Интернет-канал Туируша и компания Туиру представляют. Привет, Мик. Привет, Милана. Чем мы сегодня будем заниматься? Может, мы будем краситься? Давай. У меня есть вот это. Игра в четыре руки. Давай уже будем открывать. Так, я первая, номер один. А ты будешь два открывать. Вау, у меня помадка такая розовая. Давай откроем два. Ух ты, резиночка. Вау, красивая. Ух ты. Это, наверное, тени. У меня тоже тени. Смотри, какая у меня красивая. Ага, красивая. А у меня вот такое. Давай шестой откроем. Смотри, это лак для ногтей. Вот седьмой. Какой у меня лак на ногте. Вот такой вот. Наши цвета хорошо будут сочетаться? Да. Давай откроем восьмой. Что там попадется? У тебя там заколочка. В виде звездочки что-то мне все попадается всякое. Все аксессуары. Тени опять. Вот такие вот. Ух ты, с Эльзой. Даже светлее, чем у меня. Не вон такие. У тебя помада! Помада, смотри. С духом воды. Подожди, да. Вау, у тебя такой вот. Вот, пожалуйста. Да. Помнишь, мы вместо первого открыли 18-й. Значит, я открываю первый. С Эльзой, смотри, какой морской. Ага. 23-й. Там заколочка. Смотри, а у меня фиолетовая. Да. Это, наверное, румяна. Так, давай уже краситься. Я буду красить ногти. Я, наверное, сначала накрашусь румянами. Какой мне образ больше подойдет? Я буду земной феей. А я, наверное, небесный. Смотри, сколько у меня голубых цветов. А небо же тоже такое голубое. И мне кажется, голубой идет. Смотри, какой у меня цвет. А у меня вон. Вау, красиво. А ты когда-нибудь красила? Да, я с ними уже красилась. Так, мне уже надо вот этот вот цвет. Можешь брать? О, у меня тут еще ничего не засохло. Вот я хочу сделать две разные руки. Какую же мне вторую сделать? Может, розовый? Ой, как-то я очень ярко крашу. Мы еще маленькие просто, поэтому нам можно все. Да. Может, ты уже помаду накрасишь? Бери мою. Давай мне белую. Если да. Хочешь, мою можешь с духом воды брать. Скажи, она красивая. У тебя вкусно пахнет ванилью. А потом еще можно одеть кольца. Так, давай уже оденем кольца. Я предпочитаю, что лучше кольца одевать на потом. Я придумала. Я сделаю самый безумный образ небесной феи. Они прям как снежные на моей коже выглядят. Видно тени? Ага. Угу, значит, хорошо. О, а можно твои вот эти вот? Хорошо. Спасибо. А другой глаз мы сделаем другим. Два разных глаза. Да. А у тебя будет здесь прям намазано, так жирненько, прям так ярко. Вот так, посмотри. Светлый, да? Ага. Мне кажется, я вот сейчас дамажу вот этим, и я еще чуть-чуть тенями подкрашусь. Мне кажется, я что-то там не доделала. Смотри. И как я вот сейчас вот намазала, и как я буду сейчас красить тени. Может, я тебя накрашу? Да не, я сама могу. Можно твои с Эльзой? Да, мне они очень понравились. Ой, ты тут разрыла-то целое море. Я тоже буду небесное небо. Мы сестрички будем. Да. Смотри, какая. Как можно быть невеселой, когда ты красишься? Смотри, у меня на лбу всякие эти палочки. Подписывайтесь на наш канал Туируша. Ставьте лайки и не забудьте про колокольчик. Мы знаем, чего хотят дети.